Биография людей, которые выжили в фашистских концлагерях, это настоящий пример мужества для подрастающего поколения. Для того, чтобы сохранить память о тех страшных событиях, Совет ветеранов Ленинского округа совместно с библиотекой на Завидной регулярно устраивают встречи с теми, кто на себе испытал весь ужас войны. Часто приглашаем детей на встречи с афганцем. У нас была встреча с участниками СВО, стараемся. А с блокадницами. У нас две блокадницы были в этом году, приходили. Нам очень важно донести до детей весь этот страх, всю эту боль войны. В первую очередь направление нашей работы Совета ветеранов в настоящее время – это военно-патриотическое воспитание. Разумеется, в рамках военно-патриотического воспитания – это рассказы о прошлом. И разумеется, чтобы дети, во-первых, увидели вживую ветеранов, которые сейчас находятся с ними рядом. В этот раз на встречу приехала бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Любовь Платонова. Она рассказала ребятам, что ей пришлось пережить. Любовь Ивановна не только говорит о своей тяжелой судьбе, но и в целях сохранения памяти о тех ужасных годах добилась, чтобы на Аллее Славы установили памятник детям, узникам фашистских концлагерей. Так как я дружила с художниками и скульпторами, я нашла замечательного скульптора, который практически взял за материал, за работу он не брал денег. И администрация согласилась на памятник. И сейчас памятник стоит. Памятник, как все говорят, замечательный. Мы проводим все мероприятия у нашего памятника. Ученики были потрясены рассказом Любови Ивановны. Для них эта встреча получилась познавательной. Я думаю, им очень нужно помогать, если они в этом нуждаются, побольше проводить мероприятия, чтобы они как раз делились своим рассказами, чтобы люди знали об этом, что есть такие люди, чтобы гордились ими. Во время мероприятия ребята задавали много вопросов, а в конце вручили героине подарок. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.